А 8 июля Русская Православная Церковь отметит память святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. Уже традиционно в этот день широко празднуется и светский праздник – День семьи, любви и верности. О том, как и где будут проходить праздничные мероприятия, организаторы рассказали в Москве на пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре РИА Новости. Рассказывает Светлана Соколова. В этом году всероссийское празднование Дня семьи, любви и верности пройдет в 6-й раз. Для общества этот праздник уже стал значимым событием. Это связано с проблематикой. Мы не можем от этого уходить также. Вот. И с тем, что реально общество подошло к обсуждению, а какое должно быть отношение к семье, какое должна быть российская семья. Празднику уже несколько сотен лет. Однако в наше время широко отмечаться он стал с 2008 года. Во многом благодаря инициативам супруги премьер-министра Российской Федерации Светлане Медведевой. В прошлом году 36 стран мира приняли эстафету торжеств. Ожидается, что в этом их будет еще больше. В этом году будет ромашковый бал в Эрмитаже молодежный. В этом году будет молебны, будут фестивали. Не только в Москве, в Белоруссии будет праздноваться этот праздник. Будет праздноваться он в Казахстанском метрополитическом округе, будет фестиваль, где будут участвовать многодетные семьи и семьи крепкие такие. Праздник одобряет все традиционные религии России. Мы рады, что отмечаем вместе представителей традиционных конфессий, и это нас объединяет. Столицей празднования Дня семьи, любви и верности традиционно станет город Муром, где покоятся мощи святых Петра и Февронии, живших в 13 веке. Память святых покровителей православной семьи как раз отмечается 8 июля. В Троицком соборе пройдет праздничная литургия. На улице города состоится большое количество торжественных мероприятий. А лучшим семьям вручат общественную награду – медаль за любовь и верность. За это время были отмечены награды Оргкомитета для семьи, любви и верности. 17 125 семей. Задумайтесь, 17 тысяч. Это огромное количество. Это говорит о том, какая у нас дружная, большая и прекрасная страна. Программа праздника с каждым годом становится все более обширной. Москвичи тоже отметят праздник широко. Большие, значительные мероприятия, которые включают 70 крупных мероприятий, а всего в городе в дни 7-8 июля пройдет более 1000 событий различного уровня. А приуроченная к празднику ежегодная акция по предупреждению абортов «Подари мне жизнь» стартует традиционно 9 июля и продлится до 15 числа.